Я который личный банк открываю. Все, Такого нет. все готовы. Надеюсь. Дали за пилары. Меня сейчас убил этой фразы. Поставьте рыбу, пожалуйста. Пиларс. По готовности будет пуля. Рыба это. А где рыба? Вам поставили они ее. В речке. У нас такой вам раскол. Барон, ты первый. Сколько волн будешь добирать? Давай по полторы. Мягкий сальдо дайте. Сальво помогу, у него виски. Можно поднапуливать в танк? А без фула грузки идет? Да. Я что? А сколько времени? Две минуты, что? Три. Но там подготовка 3 секунды. Нравится, что процентов у вас.
кстати, пойдем какой-то лука или целка или портал. Если быстрее закроем. Меня выкинуло. Нормально там бар есть. Главное, не заходи пока. Меня с ошибкой выкинул, так что зайду. Лоса похилит. Там уже держать надо. Туннельте босса буду прожимать. Да там еще что, калаты. Молдозар, лови шарики, которые летят. Иди спойте сразу, что ли? Спойте, спойте сразу. Чтобы двигаться мог. Не спойте, не спойте. Кого тут не спойте? Только босс. Молдозар, лови шарики. Как много будет мобов, скажешь, это 4 дам. Мужика. Так, парень на половину ханемана кончает, что за... Сейчас просто 3-4 на мужика будет. Дал, короче, 3-4. Вообще не боимся ничего. Все, даже ревнов не нарушает. Ну, сила великого Т4. Ух ты! Нормально клини, говорят, да? Бронь, заходи. Паролить? Захожу. На анхолика нормально, говорят, клини, да? Это для... Рога? Рога, не знаю. Не знаю, что за класс такой рога. Не знаю. Разбойник. Да я знаю, что еще плюс. Убийца такой. Жезл. Ассасин, сейчас скажи. Офспек. Это был наеб. Небольшой наеб, потому что у вас нет офспека. Вы забираете за КП или нет? Мягко. Окей. А жезл по-меньшему, да? Да. Прикинь, за жезл косарь просто. Целича 16 видели? Просто там как Гарри Поттер бы начал прыгать на заклинание. Все, майнспек. Офспек. Шама, ну тыкни, ах ты гад. Молодец. Спасибо. Сплетение майнспид. Чё, вы, это не судьба, да? Надо говорить. Ну вообще челики там жёсткие. Пускай дамажит. Дашь мне рез пробегать больше? Да, Вага, заходи на Вара. А, так. Треня 800. На ретрику топ, да? Нет, вместо колбы хочу тестить. Лови! Танк, лови моба. Это трение, если честно, только на ханта.
Кова, тебе ничего не заменит. Кову ты ничего не заменишь. Ну так Вагас не ходит, и одни с ним сюда. Вагас не ходит, ему нормально. Возложение, да, я помню? Уху возьмет с этого скеля с хвоста. Бока. Думаешь, вместо шеема возьмет пуху? Это на киле пухи легендарный предлагает, а у тебя шеем, и ты такой думаешь, можешь, ну его нахуй. Да, шеем ебашь. Жалил шеем. Когда у тебя выбор стоит, шеем либо шеем. Надо типа, чтобы он мастерство давал. Мастерство не капсное. Че, второго я понял? Я тебе, короче говоря, расскажу секрет небольшой. Посмотри, сколько у меня автоатак мимо. Привет, ребят. Мак, Мак не сагри. Какие люди. Мы думали, ты больше не появишься. Ну я же написал то, что под конец РТ появлюсь. Приятно. Лёха плавать не хватит. Бешенки эти, блядь, съели. Которые отплачивают. Осталось там хрень выбить. На скорости я тоже на Т. Всё чётко будет. Чё, посмотрел, сколько у меня мимо, да, было атаки? Да я не сижу, у меня нет рекаунта, я ж тебе говорю. А, блядь. В общем, автоатаки Додж один был. Мне какая разница, у меня 26. У меня нет смысла смотреть твои 26. Всяких усилий, мне какая разница, сколько ты промахиваешься. Чё, он не резнулся? Воронка. Я понимаю, воронка. Мне Лёха надо резнуть. А у вас там бой идет. Да нет, нет боя. Лёха, тебе очень сложно резнуть. Может, ты зайдешь, мы тебя рисуем? Давай. Беги. Кость, ты понимал, у меня мастерство... Ты не следующего. Шкаф поставьте. У меня мастерство 16, и всего лишь один додж был. Выход из боя. Это символ, наверное, да? Нет. Так это повезло. У тебя глэнсинг 32. Так это стат, который ты никак не уберешь. Он просто всегда есть. Готов у меня, он есть. Ты кто-то. Давайте это, поменьше флуда больше есть. Я терещу. Куда вы свалили, типа, мобы вышел? Они хотят пропустить еще 10 мобов. Потом притяжку хуй уйдем. С чем мы сагрили? Стоят близко. Что такие жирные? Бля, вы не убили. Вот сейчас ты был жирным. Может, сделайте пару шагов назад? Петов берете. Где там кот? Кого сум еще раз плюс? Дракона. Если нужна замена, я могу сейчас. Бля, вы помните что ли? Блядь, добейте крайнего. Все это выбивает. А ты на лича смотрел? Есть промахи на лича у тебя? Я не знаю, я только сейчас сделал. Я же говорю, я только сегодня Вагу увидел таким. Как у меня красивый. Сегодня крыша поехала. Почему у Ваги, блядь, так мало? Чего мало? Ну, там так, там паладиновские темы. Каким таким ты его увидел, я не... Если ты посмотришь на шмот Ваги, у него есть только штаны. Я тебе... Так, кому босс не нужен? Мне. Ауди. Говори чат плюс. Я тоже, в принципе, нахуй.
по сути, у нас тоже только на мастерство только штаны. У тебя тоже. Ты не понял, я тебе потом объясню. А, нет. Калад Драгонс нам танчить. Войд на боссе. Два протопаладина трэш, войд на боссе. Сом, давайте под тем, кого заменил. Лук, шкаф. По на пулу. Тос на пулю и на этого. Хотя тут, блядь, на пул на трэш не обязательно. Два протопаладина в Т5. По хилам. Короче, три рестаршимана, вот последняя группа, пятая. Все остальные в ДД. А тут Сайон, Ртье, Котя. Присумуньте, робу присумуньте. Говорю, вообще здесь? Лага, возьми с ГБ, поставь рыбу. Возьми с ГБшки стак, поставь рыбу. Почему ты говоришь, что, да, что у тебя 16 мастерства, а штаны 12 дают? Я просто чуть сокет не снял. Я типа брюли вытащил, но я про это. Я обратно все вывернул. Надо на ныть сказать, что паладин анимал. Все здоровый. АФК. Окей, Талдорама обратно смонти. А Талдорам здесь. Надо меткость. Может, на меткость тоже не нужна? На меткость надо. Все капы убираем. Выносливость собираем, нормально будет. Талдорам здесь? Проверка. Ну, то же самое, ЕП ему не надо заинсти, короче. Кирс здесь? Кирс попросил, если нужно будет написать ему, он в другом просил. Че, его звать? Да, зови. Вот ритуал. Вот человек на замену посадил, попросил зайти обратно. Нету. Нормально, даже ничего в чат не написал, что отошел. А в Рэй в Дискорде канал вышел. Его проблема. Кирс пишет. Нужен саппорт. На этом боссе только саппорт танком нужен. Им на всех боссах нужен саппорт. Бля, помните, мы его по три дня траили? Не хочу вспоминать. Спасибо. Не что так там? Уж и давно. За любого босса траи. То есть одетые челики не заходят. Не, ну этого босса мы конкретно траили долго. Так, я нужен, да? Сейчас зайду. Вспомни, как мы лича на прошлом ходе траили.
Суманить? Да, тес. Так, что у нас по миллеркам? Раз, два, два кота, рога. А чё мне с рейда выкинули вообще? Ну, я тебя обратно в рейд попросил зайти. Тебя нету. Не предупреждал, ну, ничего. Мне на меня поставили. Кто обратно попросил в рейд зайти? Ты даже не написал, что ты идёшь или что ты... Нет, я же плюсанул, и потом меня выкинули. Я думал, наверное, меня на замену, и я... Но если тебя ставят на замену, ты не должен от компа уходить. Ты должен ждать, пока тебя позовут. Или хотя бы написать, что отошел пока на 3 минуты. Да нет, я говорю, там телепорт стоял, я в Долоран телепортанулся. Потом смотрю, я из рейда, оказывается, вышел. Меня выкинули. Резерс на минуту только что написал, сработает зал. Розелина готов? Так. А, пристабафа нет, да? Все, готов. Его и не будет. Все, все готовы, поехали на позицию. Я же дал пристабаф. Блять? Не, я просто на дух смотрю, поэтому спрашиваю. Полностью, блять. Все, поехали. Гера. Тебе анонс не нужно же? Нет, не нужно. Топнули. Трэш собирается. Что с трэшем? Не знаю, не весь туда полить. Топнули. Добери. Ты серьезно, блядь? Собирайте трэш, прожмитесь. Все по трэшу играют. Все по трэшу. Босс убил. Дайте бог, пошмал на трэш. Баф, зажмите. Тебе не потрашу. Соло таргет потрашу, играйте. Трэш надо слить быстро. Ой, 5 секунд. 100%. Типа тихо. Трэш доливаем, и потом мы этому убираем трэш. Упс. Просил танк.
Рога с хантом напуливайте на ДК, пожалуйста. Можно Эмир по шаману? Они не вовремя напуливают, именно того. Ловит. Топнули. Забирайте трэш. Щит. Гидросу больше игра. Трэша увидишь. Топнули. Вот трэш выбирать. И нора все друиды посливайте по силам. По боссу трэш ауешка. Топнули. Трошечок забирайте. Все, по боссу больше ОЕшки дайте сейчас. Моба заберите одну. Что-то очень хуево трэш не веду. Да падай, сова, дайте, еще хуйня дайте. Встаньте. Нагроз, смотрите, там на мобе. Трэш актив. Ой. Пока переводит соло таргет трэш, переключились, бейте трэш. Там мяка сдох, да? Нет. Дайте там БР ему кто-нибудь, Нарси или тут. По гидросу активно играем. Нужно добить, я думаю. Да. Все в боссы. Вы прожили. Халат сдох, да? Нет, Револь. А, вот. Дайте БР. Или дайте все эти курсы. По боссу. И процент. Ебать, старый будет просто волос рвать. Майнспек. Офспек. Ну бы на офспек не забрал бы все равно никак, а тут в этом рейде, я думаю.
Main spec. Off spec. Мне на хила закинь, если... А, нырти надо, давай нырти. Или кто там вырулил, Дашка? Вырулил медведь. Ну, я не знаю, у него вообще есть спек просто. В ретро. Нарти на хила закинь. Лучше. На сову это постоку поску. Там надо как там в тринке раньше. Все равно на арте будет больше в хилях. Ты можешь похилить это тринк? По-моему, как-то так же. Main spec. Крось. Кому плюсовать сейчас, чтобы рейд взяли? Тому, кому и до этого плюсовал, по-моему, все очевидно. Че, в Редрик, да? Сейчас определимся. Тап. Лёха. Пока трэш. Лёха, после этого босса можно минут на 25 испочно? Да, идёт. Кто-то каску паладиновскую будет на мейн спек роли? Конечно. Ты что ли? Нет. Тут шаманы. Я уже стролился на 20. Это башка, башка на лока мага ханта надо кому? Ждем, можете найти, пока трэш чистим, можете найти, кому продать башку. Где ты ешь? Почему, когда я на ролл кидал этот камень, ты ничего не... Я его уже уничтожил. Почем там ты пять? Полтинник. Кто собирает там? По нику? Кому блеснуть? Кому ты прессовал? Драгонс. Я не помню, кому я прессовал. Это было давно. Или ты такой самый умный? Если есть желание заработать, я говорю, 40 лет, типа за Т4, все, что напротив тебя вышло. Что что? Я говорю, 40 лет за Т5, если накрутите выше, все ваше. Драгон, ты там отписал за ГП или самого написать надо? Карина, у тебя же там вроде клиенты были на лока, нет? Я только на паладину. И сразу Джокер пишет. Да я прикол. Я, блядь, даже ничего не успел сделать, а уже в ЛГФ спам. Меня с вас так ничего не нужно. Ты что же пиши, может? Мне, блядь, ты пятый одевать надо, чё ты. Мне с вас-то кольцо танковское нужно, пианист. Ну хорошо, сейчас трэш почистим, там дальше посмотрим по зоне. На лока. Кому-то не надо ласт, кому-то... Не, я могу вступить и сразу пойти как раз. Токен на ханта. Хант, лок, маг. Там путеводители есть, если чё. Лёх, есть кем заменить на ласта? Сейчас за ребенком съездить надо. Ну, иди, типа, Мартимез вместо тебя зайдет. Окей. Ебать, воронка пустоты, продам 5,2K. Люди пытаются... Это так и будет. Я сегодня уже тоже по 5к 3 штуки забрал. На алке по 6 стояли сегодня. Стояли. Лёх, 5,5 уже. Ну, 5,5. А там какая разница? Вам же наоборот лучше, что не дешёвые. Вы же ими не барыжите. Вы-то где вы? Раньше можно было, типа, забрать. Для себя. Раньше это был неплохой способ голду обменять. Ты также можешь продавать... эти полироли, они не подешевели. Когда они стали такие дешевые? Особенно да, они дешевле стали полироли. А, все понятно. Прикинь, а в бузер там
Тут БВЕшка. Какая БВЕшка? Человек, у которого там по 7 твинков, может там 7 охот сделать. У которого ронок 100% будет. Так, ладно. Слышь, этот Лёх, за 40 что-то хочет. Нормально? Ну да, да, нормально, все равно никому не надо. Да, да. Кому отсюда нихуя не надо, сразу спрашиваю, чтоб так. Мне. Кават минус, Розелина Локи тоже минус, вот. Минус, Тимыч, минус. На мейн спек кто-то ролит каску паладинов. Вот, тоже минус РДД все-таки, как-никак. Надо какого-то милика. Давай меня, я. Мне поезд нужен все равно. Так, сейчас, подожди. Короче, ладно, Тимыч, иди, тогда Талдорам вместо тебя зайдет. Ну, смотри сам, если нужен, ну, я как бы могу задержаться. Ну, типа БРов сейчас, раз, два, три. Ну, давай, давай, я останусь, добью и потом пойду. Нет, БРов и так дохуя. А, ну все, тогда я портуюсь, окей? Портуйся. Не в хиле. Кому там сестра взять, дать на голову? Джокер, Джокер. А он еще спрашивает, а что еще есть? А что еще можно с вайшиком? Все, давайте, ребятки, я вас верю. Сейчас минут через 20, ну, думаю, даже быстрее подойду. Я думаю, что всем надо только Т5. Все остальное там, что идет на ханта мага Лока, я думаю, вряд ли кому-то надо. Все, я быстро в среднем наливаю. Все, я в два раза. То есть, если сахан, то есть лук, допустим, я думаю, вряд ли кому-то нужен. Если это хант. Ткани, грудак, то вряд ли он. Шмот на карту, что ли? Я в хиле или в танке? Ты у нас будешь в танке. Или в хиле. Ну, он маг в шестой группе. Хорошо, это ты будешь в хиле, как говорила. Пианист, а ты потом РСП не планируешь? Кават, я пока что не загадываю наперед. Кават, если что, будешь в танке, Драгонсон в ДД. Расставьте метки пока что по кругу. Ауди, субботу 9.00 соберу РСП. Артия, ты будешь в коте. В коте. Нямка, ты будешь в Элеме. Пока тут в сове. Короче, в принципе, 9 РДД, 10 РДД есть. Нормально. Так, мне надо еще минус 1 милик. Минус 1 милик. Рогу заменю, наверное. Пускай этот маг зайдет вместо роги. Все равно от роги пользы особо на этом боссе нету. Пускай мага. Магу скажешь, будет бить все, что видит. Что может бить, собственно. Хорошо. Только пускай никого не лутает. Да, и на ренджа-то все держится, и все. Так, короче, по распределению. Карина, распределяй. Давайте лучше утопим мага. Да не надо. Этот, Карина, распредели людей. Пойду пока этот чай себе налью. Не могу. На свое усмотрение, как хочешь. Она сказала, не может. Дай ей ассиста. Я в Доваране. А, ну сумоните Карину. Чё вы? Локи, ставь шкаф и сумони все. Я говорю, что на этом боссе рога не нужный класс. Ну, вообще тут рога априори, в принципе. На этом боссе. Если бы протовар был, был бы нужный. А тут, в принципе, во всем контейнере не нужно. Что-то еще обязательно выпейте, чтобы вас набивалось. И это, потому что ДЦ нет. Леха, везде ты где думаешь, можно взять рогу, можно взять ханта, который будет ебашить на экзекуцию. И помойка. Просто роги тут, как показывает практика, отъезжают очень быстро. Ну, наш Верульф вообще показывает практику отъезжать везде. Лёх, а вот этот грудак тут тканевый падает, спрашивают, сколько стоит. Да, блядь, я ему бонусом там за 10к подарю, блядь. Бонусом и без за 10к, блядь, подарю.
Такой как мусорный бардак. Почему у тебя их 7? Так что это вариант навариться, пиши 15. Нормально. А вообще-то сейчас типа низко стартанулся ракета. Не, я 50 написал, он просто говорит, есть что-то за 40. Тут Лёхи спросил, и Лёхи нормально все. Нет, 40 это минимальная цена. За да я понял, он просто сразу написал, а есть что-то за 40, понял. Он умеет торговаться просто, походу. Видимо, он знает цену. Сказал бы, есть за 45 токен. Не, я говорю, что если там он Т5 за 40 покупает, то там, допустим, если у него есть там воронка, блядь, без разницы, может за эту воронку, блядь, там плюсы, какие камни купить себе, блядь, руда. Там, если... говорят, воронок много, ты не будешь продавать? А зачем? Мне надо на всех персонажей воронки. Нахуя мне их продавать? Персонаж? Ну, у меня хант стоит, паладина 20 пека еще не сделан. Ну, ДК. Да ты и я, нормально. Лёх, шаман еще говорил. У тебя очень плохо. Я еще шаман. Кто в танках? В танках? Ты в хиле. Ты в хиле. Коватый воин в танках. Как нравится, так и расставляй. Блин, я шуправал, ну кто ее туда опять поставил? Скажешь, когда распределишься? И этот дракон поставишь, лут каждый сам за себя. И метку поставь на Локи, звездочку. Демя, ты все распределила? Еще нет. Она в чате пишет. Что за квадрат? Коват, может? Нет, квадрат. Все. Даю проверку. Паразелина, куда встает, что я не вижу в чате? Ахилой, куда? Вы же Локи. Типа, Локи стоят не в метках. Если вам нечего делать, пока нет зеленого, подбивайте в раме и трусах. А типа... куда хилы?
Хилы, короче, смотри, все. Ты уже все написала. Читать не умеете. Читал. Простя квадрат. Брун плюс. Там выше, выше, я не увидел. Простя круг. Все, мусор. Не о, ой, блядь. Там второй, где не круг, там это долог. Я шаманов спутала. Квадрат простя и круг долог. Тотем на саппорт обязательно от природы, не забывайте. Кава здесь, маг здесь, этот. Скажи, куда Вагис? Мага суманули или нет? Да, он здесь. Этот ковать здесь, готов. Еще раз проверку. Че с коватом? Да, желательно сопрот РДД выпить, чтобы вас меньше прошибало. Где коват? Писал, что нет? Нет. Так, я в рамбе, да? Крухар, блядь. Все, ковать здесь, по готовности, танки. РДД, смотрите, ваш приоритет это, блядь, странники и гвардейцы. Не забывайте. И милики на низ спускайте, смотрите, чтобы вас подхилило. До 75 же первая, да? Ага. Урафаза. Или 70. До 70. 7%. ПМ настрачивает. Фара, да. Процент. Фаза. Анонсите только, где зеленый прохил рейда. Всегда на фул рейд держи. Yeah.
черепе. Череп. Зеленый. Гвардеец первый появился. Свободный РДТ гвардеец. Идем. Странник, хромб. Лока убил. Странник. Блядь. Расхиливаем. Короче, масло. Зеленый круг. Чейнки бьем зеленого. Мос поднимешь, котенка. Свободный РДД, который не бьют. Бейте, гвардейцы. Только сразу прохил. Полутайте. Ауди выкинула с ошибкой. Ну блин, тут звезда прыгает. Блять, я не достаю до нее, она хуёво прыгает. Чё? Так скажи, пускай поближе странник появился, РДД. Чё? Кто там, блять, это? Блять, как хуёво, что рейдфрейминг? Я не вижу рейдфрейма. Если что анонсится, блядь, по поводу БРов? Я не вижу. Ауди, печенька, зеленый печень. Печеньку бьем все зеленого быстрее. Просил рейд. Ауди вылетел где-то. Я за воротами, да, меня выкинуло. Сказал еще онлайн. Розелину поднимать? Да, подними. Бля, может ляжете, мне так голова нужна. Вставай, Розелин. Я ждал молнии, кто пойдёт, чтобы снова лечь. Квадрат выходит. Красиво. Странник. Зелёный квадрат. Драть быстрее зеленого скрывать, там свободный РДД по стране. Диспетчерит. Не успели? Странник активный, заливайте. Моб доходит нормально. Гвардеец бьем. Приоритете того, кто меньше хп. Зеленый ромбик. Ром зеленый. Дать не успели. Похуй. Да уже три штуки просрали. Ебать. Странник РДД. У нас опять мертвый лок. Я не знаю, зачем его бэрить, он дохнет только, да. Ну, если он не я через две спонки сразу срываю. Ты чё срываешь? Агрос срываю на страннике. Две столки юзну, все, урона мне. Так ты от странника должен, блядь. Зеленая печенька. Печенька, печенька, урона с печенью, печенью. Печеньку быстрее, зеленого. Он думает, его в мелизоне надо бить. Блядь, да его... Че, убили печеньки, нет? Нет. 40 хп и попал. Странник, квадрат. Серьезно, блядь. Потому что печеньки 2 милика.
Прохилься. Гвардейцы сливать. Ой, гвардейцы странен. Там в череп, рядом с черепом. Зеленый. Череп зеленый. Череп бейте быстрее, активнее. Все туда спуститесь, кто там близко. Он пропал. Блядь, ну конечно, когда вы наносите через, блядь, хуй знает сколько времени. Странника добили, гвардейца. Че, в ромбике вообще никто не стоит? В ромбике я стою один, а кто еще со мной тут? Я стою, но тут нет. Стражник ромбик. Странник. Череп опять. Череп, блядь, сместитесь, быстрее зеленого убейте. Сейчас элементаль дойдет. Помогите убить. Гвардейца. Забери гвардейца. Трударам прохиль себя. Я на сейчас сагрил. С меня забери. Зеленый квадрат, квадрат зеленый. Квадрат все быстро сносим. Последний зеленый. Да мы не успеем. Тут два человека. Что и страх был в стране. Гвардейцы сливаются. Мобы подходят. Клад возле тела. Странника там бейте активно. Охуеть, я в текстуре. Трусы. В трусах быстро, все свечное зеленого. Фуловы доходят с ромбика, блядь, где? Кроме меня в ромбике никого нету, что? Вардов залили. Все, босс появился, активно прохил Войда. Очень долго бьем, блядь. Есть там кто сдохший или нет? Ой, забери. Я в текстуре. В РДД играем всем по скатам. Лужа мир. Есть нора по хилам какие-то? Да, есть команда. Пусть. Вот я сзади. Лужа РДД. Скатов активнее сливаем. Может поднять кого-нибудь? Блять, я не вижу, у меня фреймов нету. Малдазар и Розелина. Я в текстуре сдох, меня невозможно взять. Розелину подниму. Пятый раз там уже поднимают. Четвертый. Ну поднимают вообще третий. Карты.
Включи меня, босса, домашца. Таун твой. Сложно выведите. Больше урона по боссу сейчас по скатам. Звездопад отдал. Боже мой. Скаты все быстрее и быстрее будут появляться из-за времени. Что, блять, больше урона по боссу подавать. Корни такого рода, да? Скаты. Помочь играть ему? Скатом играйте. Ложи вышли, орды до зона. Мили. Мили. Босса. Еще 5% доведите и дадим еро. Будешь такой. Каты опять. Хилов маны нет. Дайте ману. Кто там, блять, отваливается от луж? Угадай, стерпа. Мили. Бразилия. Ну, Еру, не был статический заряд. Дайте, блять, это. Тебя сопрот выпьет вообще, нет? Был, закончился. Охуенно. Там игра отлетелись у всех. Дайте и нора по хилам. Мили. Уже 15%. Еру. Хильца и слуш выбирайте обязательно. Проводи дальше, босс. Войд забрал. Даун войд. Сейчас будет заплевывать, пипец. Выводите босса, РДД, реагируйте быстрее. Скатов до хрена. Да я знаю, блядь. Нормально. 4 есть. Выходите, слушай, только. Слушай, убивается моментально все. Вот, тоже нет. Забери, забери нам место. Угу. Корни. Сегодня там 7%, 6. Выбирай. Массакру можешь дать. ТД, выбегайте, выбегайте активнее, будет заплевывать. Будет это быстро. На ходу придется дамажить. Бежали, РДД, РДД, выбегайте. Все, даю Т4, короче, хильте сильнее. 4%. 3%, добивайте, проводи. Мили. Таун, проводите дальше. А две лужи на человека кидает. То все, что за... Это все потому, лот поставил? Да. Это все потому, что затянули второй фазой. Ну, кстати, почувствовал себя при первом убийстве. На мага локоть выпал. Отлично. Можно резнуть? Ой, тебя? Не думаю.
На ДК а был ты пятый? Да. Да. Поднимайте тех, кто подох там. Было плотно. Слава. Вы сейчас пойдете? Так, короче, этот отдашь Джокеру, Джокеру этот продашь этому магу. Так, дальше. Что дальше? Ну и дальше разрали. Вага, ты можешь свара начислять, нет? Смотри. Майнспект. Лёх, мы идём Лока или Целка куда-то сейчас? Сейчас, подожди, разролим, определимся. А эта хуйня на медведя вообще идёт? Нет? Пару минут тогда можно покурить, да? Так он на шею с силой ролил. Зачем тебе в поезд Алдорама, если ты Т5 перчатки распечатал? Не, там как бы медвежка. Подожди, пока не разраливай, давай я начислю ГПшку на прошлое. Вага, точнее, начислишь. Короче, Вага, можешь начислять, да? А можешь Ваге тогда передать? Пусть он разролит. Давай я озвучу, кому начислить. Так, короче, этот... Джокер 500. Дальше котенок 500. Малдазар 583. Потом Малдазар еще 1167. Потом Малдазар 389. Ауди 500. Далок 500. А мне два раза КП начислили? Этот Враска 800. И Мяка 389. А почему у меня ЕП 4400, когда было 5900? Сброс был уже 25%. 25 каждую неделю срезается ГП и ЕП. Этот, так, все, можно дальше. Росте 800 за 3, точно. Росте 800 за 3. Все, дальше разраливай. Так, что с поясом, кому? Че, кто ролил, кому надо? Медвеёж. Медвеёж 583. Включено. Очень странно. Нас печатал. Ты сролил уже, все, ГП тебе начислят, а дальше сам разберёшь. Мантия, никому не надо. Наставляет. На танк это тоже хуйня, никому на мейнспек не надо или надо? Мейнспек. Оффспек. Если этот, я тоже порою. Если кому-то надо, там то отдашь. Я тут, если нужен. Че, кто забрал? Ну все, Мася отдашь. Это Тимыч был, если что. Ну, Мосса 500. Еще не начислили, да, ИП? Мосса 500 начислишь, вага. Что не показывает приор, Драгон? Пока. Тогда когда шмотку роли, что воронки. Воронки. Разрали.
какого-то там приорного на эту херотень. На ворону. А как тебе сколько надо? На мейнспек кому надо воронки? Пока тут. А тут 6. Он там же Ауди, по-моему, сегодня срок. Ауди 5 надо воронок. Там пока приор вообще. Пока тут приор высокий. Пока тут тебе зачем? Пока тут тебе на что надо. Т4 открыть, одно плюс и да. Окей. Потом меня в банке заберешь, положу банк ОГБ. Пока тут А3 запишу. Все равно по приору не упадет сильно. Опа, я вылетел. Надо начислить ему, пока тут вот 300. Так, короче, этот, сферу нуждающих, все, еще РС-ку обычку закроем. Погнали в РС обычку, сходим. Не понял. Или в конце. Портал ставлю. Я полностью ее поначислил за сегодня. Пошли еще сферу нуждающихся, в РС обычку сходим. Так, этот. Леха, что там нужен? Ну, я не знаю, сейчас посмотрим. Окей, я, ну, я тут, короче. Рада, ты браслеты покупал или нет? Да, все, полностью разобрались, вагон. Да, только 3. Вообще грустно это, да. Это грустно. Ничего не воронки науки, 5400, кому надо. Они еще упадут. Сейчас подождать пару недель, они будут стоить, блядь, 3к, нахуй. Дешеветь они точно не будут, инфа-сот. Ой, дорожать точно не будут. Инфа-соточная просто. Конечно. А с чего они будут дорожать-то? Их меньше-то не будет. Если с рулетки уберут, то только тогда. Да не уберут, их уже с рулетки. Смысл? Они, блядь, уронили рынок. Их и в хуйню опять сделают. Да не, конечно, не будут их убирать, вы чё? Покупаешь бонусы. Покупаешь полиролики, продаешь полиролики, и тогда покупаешь воронки. Схема улучшилась. Ухудшилась. Единственный их шанс могут выставить. Сегодня дейлики все позакрывают. Воронок этих повыигрывают с рулетки. Будет еще дешевле. Леха, я на 10 минут отойду побыстрее. А, собаку покормить. Да, окей, этот. Летите пока в РС-ку все. Блять, пойду. О, РС-ка, заебись. Пойду паладином в РС-ку. Не хочу совой, блядь. Это мы специально для Ауди идем треню выбивать? Не только для Ауди, для хилов еще. И для РДД еще. А там как, парола будет? Ну, если хильтрейд идет, значит я начислю ГПшку за треню. Если угорит бы шоу, значит, я бы не начислял. То есть, естественно, там 200 ЕП еще сверху за РС-ку накину. Просто в любом рейде, где дают ЕП, не могу, нельзя ролить без ЕП-ГП. Серьезно? Ну, ты еще не начислял, да, ЕП? Только зашел на вар, и пишет человек в ПМ. Тут, привет, такие можно вопросы вопрос? Задают каждый раз. Ты мод продаешь? Говорю, смотря какой, с каких инстов. А с каких продаешь? А как ник чела? Стрит что-то там. Я вчера одного тебе послал, но там, короче, этот. Я тебе послал челика с компанией в 4 человек. Там 4 или 5 человек, короче, которые этот хотят лича в обычке 25-ки купить убийство. Там пятером сразу хотят купить. Шаман, который Владидон есть, вот он как раз-таки мне примерно полгода назад писал, что хотят профа закрыть 4 или 5 человек. В итоге так и не закрывали. Да мы последнюю обычку Валю не убили. Не, ну я им сказал, что по цене там 20к, типа. И сказал, типа, если там в пятером, то ладно, да-да, уже этот...
с каждого по 15, если подскажите, вот где надо манекен влюбленного пожалеть в Стратхольме?